Всем привет, друзья! С вами VJ Dream. Если вы у нас впервой, то надеюсь, вы у нас очень надолго. Если вы у нас давно, надеюсь, вы у нас также очень надолго. Берите вкусняшки, поехали! Ёб твою мать! Silent Hill? It was close. Maybe closer than ever before. Что это вообще было? What the fuck? Какого хрена? Слышь. Реально, что это был за Silent Hill только что? Я думал, весь город уже к херам превращается. Пай использует модера во зло. Фая начинает пытать голоса. Голос пытается звать на помощь, но у него не получается. Она заткнула ему рот носком, которым до этого, которым бегала, короче, на пробежке. О, голос, я не завидую тебе. Зато у тебя во рту побывал носок Фаи. Я думаю, тебе приятно. Голос выплюнул, я даже успел прочитать часть его сообщения, но она обратно всунула и заставила на этот раз проглотить. Ай, жесть. Опа. Сейчас что, будет босс? Почему такое огромное количество патронов дают? Главное, опять Фай меня обвиняет в этом. Я понять не могу, я-то здесь при чем? Голос пишет, Фай его блочит, а виноват я. Как это вообще получается? Блин, Алан, тебе надо эту фигню, которая позволяет заряжать револьвер сразу всеми патронами. Такой барабанчик, в который вставляются патроны. Иначе тут жопа заряжать все это руками. Серьезно, братан. Подумай над этим. Ёб твою мать! Что это? А, это меня опять убивают всякими вещами, я понял. Чат, вы обидели Фаю. Фая стала злая и куда-то убежала. Фая, что с тобой? Фай, поговори с нами. Что случилось? На что ты опять злая? Ты же уже отомстила голосу. Ах, ты ж... Слышь, голос вообще виноват. Голоса тыкали, короче. И голос такой в конце. Ну ты козел, Дрим, слышь. Это понятно, что у девушки парень всегда будет виноват, но все же. В чем на этот раз? И почему я?
Я не успевал прочитать все сообщения, которые ты писал. Поэтому я не знаю. Но, видимо, ты писал какие-то каги. Открыть. Я не очень хочу туда падать, если честно. Это тупая идея туда заходить. Не, ну я, да, я понял, что надо на щемиху теперь. Ужас. Ай, бляха, мне плитой зарядили по лицу. Как неприятно. Как он умудряется заряжать батарейки, попутно светить одновременно? Когда батарейки вытаскиваешь, ведь фонарик перестает светить, но здесь это не работает. Здесь можно перезаряжать фонарик, не прекращая светить. Окей. Окей. What the hell? Йо! Это что за хрень? Тут одним фонариком я не отделаюсь. Я знаю, что бана стертые сообщения разные. Я просто так выразился, господи. Шш. Нет, так это понятно. Тебе нужно щелкнуть на сообщение, чтобы тебе было видно удаленное сообщение Фай. У Випов есть такая возможность. Привет, братец. А могу ли я просто машиной? Нет, никак. Если я сюда наступлю, то мне GG, да? Я не думаю, что я за этот стрим пройду ее. Я не знаю, какая длина у Алана Вейка. Завтра тоже стримчик так. Ой, блин. Завтра можно будет побегать во что-нибудь командное. Если не помню будет. Например, тот вар, как его там. Блин, ну в раз бы найти, было бы здорово. Слушай, пацаны, а ну-ка я вас кучно соберу. Мне кажется, Алана Вейка я не пройду за два стрима. Мне кажется, на него надо минимум три стрима. Хоть мы и неплохо идем, в принципе, но я не знаю продолжительность игры, я не знаю, сколько здесь глав, соответственно, я даже не могу предположить, на какой конкретно мы главе. Ну, мы на третьей или на четвертой, я не помню. На какой конкретно мы главе от конца или от начала. Плитой по лицу. Ой, звуки Фаи. Фая всегда на что-то злится. Ну, Фая. Кусь тебя за жопу. Чат, давай кусать Фаю за жопу. Она перестанет злиться. Хотя, это не точно. Но попробовать можно. Во всяком случае, кусать ее за жопу приятно, поэтому хоть какой-то плюс в этом будет. Но когда Фай выбьет нам зубы, мы сможем сосать ее за жопу. Потому что кусать мы уже не сможем, но... Что тоже отчасти приятно, но больно. Не-не-не, я предложил идею, а вы уж там сами разбирайтесь, кто первый, кто второй. Бля, я походу сейчас вагончиком по лицу получу. Фай, хватит меня кидаться вагончиками. А ты к чему это написала, Фань? По поводу привязки к любой игре я вообще не понял. Так, подожди, пацаны, а зачем мне вас убивать?
Мне ж, по идее, нужно пройти туда, правильно? Правильно. Ёпту иметь. По идее, они сюда не должны пройти. Я на это надеюсь. Но это опять же не точно. Я вообще сейчас немножко не понимаю. Если честно. Вот сейчас вот вообще не очень понял. До этого я улавливал, сейчас уже не улавливаю. Почему ты это написал? Ну, здрасте. Да перезаряжайте свой револьвер быстрее, блин. Твою медь, господи, да что ты его перезаряжаешь-то по 2 часа 4 патрона осталось? Серьезно? Охренеть. Три патрона, это, конечно, здорово. Так что конкретно? Я вообще тебя, Фай, не понимаю. Вот уже минут 5 я вообще не понимаю, что ты говоришь. Серьезно, Фай. Я где-то потерял какую-то нить. Сволочь. Лятиме. Сучёныш. Там ходит, блин. Тихо. Слышь? Вы же вдвоем сделали одно и то же, а я... Как бы. А я не сказал, что время плюсуется. Такого не было нигде сказано, слышь? В смысле? Нет, 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 нет. Там написано, что все делаете с умом. Там подписан такой пунктик. Ничего не знаю. Ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. Стример тут вообще ни при чем. Вообще не при делах. Я понял, Фай. Специально все это замутило, чтобы сделать так. Чтоб все стали жалеть Фаю. Фая жопа. Продуманная.
Блин, я живой, однако ж. Написано, на каком-то из этих написано. Теперь весь чат хвалит Фаю, защищает Фаю, тискает Фаю, лелеет Фаю, все такое. Не доверяя никому в темноте. И еще и помогает Фае. А вначале Фая такая мур-мур-мур, кис-кис-кис, мяу-мяу-мяу, потом Фая такая фу-фу-фу, все козлы, потом такие все, ну слышь, Фая, 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 и теперь все такие, ой, какие бабы продуманные в нашем мире, а вначале прикидываются такими обижунями, начинают плакать, а потом все такие помогают им, мол, да ладно, не плачь, мы с тобой. Ох уж эти девки, а? Следуй. Я вообще не понял, я вообще не в теме, главное, и она еще и говорит, типа, когда скосячил, главное вовремя подлезать. Я вообще не понимал, о чем ты говоришь уже минут 10, как. Ну да, хрен с ним. Это Фая, фуфая. Юп! Блять. Кустя за жопу, короче. А, это ты сейчас не про меня? А, это ты про чатик, я понял. Типа то, что чатик накосячил, и теперь главное подлезать? Я понял, я понял. Слышь, чатик? Люби Фаю. Слышь, с меня-то что-то... Не, главное, чатик косячит, а должен я. Я что-то вообще не понял. Ничего не знаю, я там в ваши чатовские дела не вникаю. Ну ладно, вникаю, но... Я-то тут при чем, главное, я... Чё я на долги должен отдавать после этого, слышь? Ничего не знаю. Чат косячит, чат пусть отдает. Я только читаю и хихикаю, мне норм. There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Чат, будь ватрушкой, сделай дело. Ради интереса, какая длина у этой игры? Мне просто интересно. Блин, тут никаких тайн, секретиков и прочего нет. О, господи. Я могу в тачку? Да ладно, я не могу в тачку сесть, вы издеваетесь. Я рассчитывал на то, что я смогу сесть в тачку. Серьезно, что ли, не могу? Почему? Во все же остальные я мог сесть. Ай, ладно. Какая длина в игре? 25 сантиметров. Это у Алана Вейка конкретно, да? А как ты узнал? Ты какие-то фанфики особенные посмотрел? Понимаю, понимаю. Одобряем, одобряем. Чатик ведь мой, разбираться мне, слышь? Чатик сам может за себя отвечать. Чатик должен меня любить, лелеять и обожать. Я, в свою очередь, делаю то же самое с чатиком. Но чатику, внутри чатика, самому с собой разбираться, ничего не знаю. А то чатик распоясался, а? Привык, что стример все делает за него? Не-не-не-не-не. Господи, как вы меня достали, жирный. Шестнадцать часов средняя продолжительность? А я не помню, сколько мы проходили. Мы, по-моему, только один стрим проходили, да? И часа два или три. Блин, она долгая.
Не, конечно, за 1-2 стрима не пройдешь такое. Да. Для тебя говорит 30, слышь? Если 16 часов, значит для меня часов 12? Шесть глав, ты на третьей. Я понимаю, но каждая глава может длиться по-разному по времени. Первая 20 минут, вторая 20 часов, понимаешь? Поэтому количество глав, они мало о чем говорят. Тебе, сволочь, надо было выжить, да? Ладно, убью тебя более мучительным и долгим способом. Патронами. Хер с тобой. Голос, не суди по себе. Голос, когда мы с тобой выходили из того самого бара, и ты предложил пойти в гей-бар, а я тебе еще отказывал, но ты в итоге пошел туда без меня. Ты потом рассказывал, что тебе там было довольно прикольно, и ты как раз бес. Так что, братан, помни, помни. Я с тобой не пошел. Причем я тебе говорил, братан, но это же зашкварно. Ты говоришь, нет, 20-20. Типа, нормально. Я говорю, братан, ну слышь, ну мужики же все-таки доиграл, нет? Моей жопе не привыкать. Я все помню. Я так понимаю, это специально все это дело для того, чтобы потом, когда Фая к тебе приедет, она не смогла сделать тебе хуже? Шо, Фай, я тебя слышу. Ой, господи, я ж закашлялся ведь, мать вашу. Чуёка. Блять, кофе. Подожди, я могу пойти сюда, могу пойти в пещеру, а куда мне надо? А почему не поедешь? Да ёб твою, чё читаю, не вижу ни хера. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Погоди, а нахрена я могу пойти в пещеру? Я что-то теперь не понял. А что в пещере? Блин, ну сука, ну мне же интересно. Что в гребаной пещере? Я уверен, что только одной Фае нравится, когда у меня волосы распущены, да? Всем остальным либо пофигу, либо пофигу. Много вариантов. В смысле? Это что такое? Слышь? Слышь? Бля, ну ёб твою мать, ну конечно. Пойти взять 4 граната для того, чтобы просрать 10 гранат, да? Сто 500 патронов. Хотя ладно. Потратил всего одну гранату, потратил не так много патронов. В итоге 2 гранаты получил. Хорошо. Какой другой сорки ты можешь поехать? Нету сорки лучше на планете.
чем Dream. Это знают даже дети. Прикинь, поедешь ты в Польшу, будешь пани Фая. Встретит тебя пани школьник. Будете пшекать вместе друг на дружку. Ты ему пше курва, пше школьник, а он тебе пше Фая, пше не ешь меня. Будет ты ваш пше семья. Пани пше Фая и пани пше школьник. Один другой парик мыши на стриме. Бля, смотри, да идите вы. Господи, твою медь. Игра, не заставляй меня заново. Ладно. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Блин, помповое ружье, наверное, круче. Хер его знает. Я тебя с такой соркой познакомил? Я гораздо сильнее, чем Витя, как сорка. В смысле? Ничего не знаю. ПВП за файл? А вдруг он станет луком? Что будешь делать? Все же знают, что луки не по девочкам. Все девочки по девочкам, это нормально. А вот если парень не по девочкам, то тут уже как бы тебе сказать, тогда это уже не сработает, скажем так. Вон, по голосу, если посудишь. Голос вот, например, не по девочкам, и все, и ничего ты с ним не сделаешь. Как говорится, светло-синие, они такие. Пиздец. Вы что, прикалываетесь? А чё у вас так много, ребята? Ух! Этому парню нужна моя рукопись. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? При этом он говорит мне, чтобы я пошел вот туда. Следовательно. То ли парню не нужна моя рукопись, потому что я, если сдохну, он ничего не получит. То ли что. Потому что если Алан откинется, кто, мать твою, ему даст эту рукопись? Никто. Такими бляха темпами Алан откинется. Фух, так, хорошо. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Бля, я сейчас запорожцем по роже получу. Блин, твою медь. Че,
поймал, он только по роже не получал. Что взять? А. Я возьму. Огромное спасибо за просмотр, друзья. Если хотите попасть на стрим и непосредственно поучаствовать в чате, во всей этой дискуссии и прочем, заглядывайте в описание. Буду очень рад вас там увидеть. До встречи!